Пасту стол. Добрый вечер, дорогие друзья. Безумный день во всех отношениях. Он, во-первых, безумно прекрасен. Видели ли вы солнце сегодняшнее? Бодро ответили три человека, да, кому повезло не станцевать сегодня все 17 номеров программы. Получили ли вы удовольствие от сегодняшнего вашего выступления? Ну, те, которые выиграли шикарные кубки, предоставленные организаторами нашего мероприятия, естественно, бодро и весело ответили, да? Но все-таки руку держим на пульсе, и для начала бы, прежде чем сказать вам добрый вечер в его полной красе, мне бы хотелось проверить уровень пульса в вашем организме и живы ли вы еще пока. Добрый вечер, дорогие друзья, мы рады приветствовать вас. Спасибо огромное. Конечно же, сегодняшнее приветствие, оно не без ожиданий. Ожиданий, во-первых, сегодняшнего завершения, прекрасного завершения, яркого вечера. И поверьте, я был и видел бэкстейдж, и я могу сказать с уверенностью, что оно будет таки ярким. Во-вторых, хотелось бы, конечно, ремаркой, такой жирной, красивой, подчеркнуть все те яркие выступления и поблагодарить вас за тот праздник красоты, который мы сегодня увидели. Спасибо вам большое, огромное наше. Огромное, большое. Ну и, конечно же, я не мог не показать вам тех людей, благодаря которым мы сегодня здесь собрались. И, как я говорил, не без ожиданий. И я надеюсь, что мы будем собираться здесь каждый год, уже традиционно в Киеве на гламур-пати. Итак, приветствуйте организаторы мероприятия. Ирина Загоруйко, Наталья Ильюк. Я не знаю, что если меня попросить, я сделаю ровным счетом наоборот. Ну что же, давайте поприветствуем. Ирина Загоруйко. Мы увидели столько блеска, столько красоты, все в одном прекрасном зале. У меня в руках бокал шампанского, я хочу поднять его за вас, за ваш блеск в глазах, за ваше настроение, чтобы женская красота посещала вас и оставалась с вами всегда-всегда, а мужчины восхищались с вами с каждым днем. Итак, рады приветствовать вас на гламур-пати. Между первой и второй наша свадьба хороша. Наталья Юг. Здравствуйте, мои дорогие. Я очень сегодня рада, что вы здесь с нами. Спасибо, что доверились нам. Мы будем рады видеть вас вновь и вновь. Итак, рождается сегодня наш ребенок. Поэтому давайте выпьем за рождение нового прекрасного фестиваля. Как сказала моя бабушка, в поганой хате тричи наливает. Добрый вечер, дорогие друзья! Прошу поднять ваши бокалы. Я надеюсь, что он будет для вас таким же прекрасным, как и для нас. Спасибо огромное нашим дивам, нашим нимфам. Провожаем их бурными аплодисментами. Мы их все, несомненно, увидим на этой сцене. Ну и, собственно, от интересного к самому интересному.